Здарова всем, ребята, Кент пока на проводе, и прямо сегодня вы увидите битву крафта против тиктака. Пожалуйста, поставьте за это лайк и подпишитесь на мой канал. Все, не буду мешать, приятного вам просмотра. Давай так, ты первый. Начинай с крафта легендарок. Ребят, прямо сейчас вы видите экран тиктака. Сань, давай, поехали. Так, ну что? Ох, это будет горячо, чувак, это просто лютейший трэш. Готов? На данный крафт мы потратили, ну как минимум по 5к голды, это как минимум. Минимум, одни некромансеры стоили 2к голды, вы понимаете? Это лютый трэш, и победитель получает все. Прямо сейчас, битва крафта, окей, это пока против тиктака, ну что? Так, ну что, Саня, ты выбрал 2 некромансера, 2 МП7 Аркада, 2 МП7 граффити, 2 МП7 Лича и 2 АВМ Гера. Ну что? Любой скин можешь выбрать, тупо любой, потому давай. Что это все разные коллекции. Окей, давай, все, полетели. 4, 3, 2, 1. И? Выпадает АКР Трэши Хантер. О! Ну, слушай, неплохо, все равно, чувак, ну, все равно! Блин, ну. Неплохо! 300 голды, короче, все. Все, запомнили, 300 голды. 310 голды. Ааа, скин только что продали, теперь 310. Давай, окей, 300 голды. Так, братва, теперь крафт Кента ПК. Вы сейчас просто будете в шоке. Ну что, поехали. Обратно же. Блин, пацаны, какой же это дорогой крафт! Посмотрите, так. Так, ну что же, 2 скина МП7 Аркады. Дальше 2 скина МП7 Лич. 2 скина МП7 Граффити. 2 скина АВМ Гиар. И у меня будет небольшой секрет. У меня будет АВМ Гиар с наклейкой. Это очень хорошая примета. Ну что, пацаны, давайте просто хэштег выиграем тиктака. Давай. Мы должны. Он ли победа, он ли вперед. Давай, бро. Ты готов? Ты готов, бро? Поехали. Давай, 3, 2, 1... И мне попадает. Я закрыл глаза. Так что мне упало, Сань, скажи что хорошее. О, чувак, охренеть. Ну, блин, ты ловишь, я же слышу по голосу. И мне выпало. Фомас Фьюри, мы все просрали. А сколько он стоит? 200 голды. Хотя вдруг он дороже стоит. Столько же, 320, по-моему. Так подожди, так нормалды. Не-не-не, нормалды. У тебя 310, у меня 320. Я пока что побеждаю, чувак, на 10 голды. Давай, двигателем зажигай. Дальше ту граффити. Давай. Дальше идет у нас ту лича. Че, главное не брать скин с наклейкой, потому что это очень хорошая примета. Не выбирай, просьба. Гейда. Не выбирай скин с наклейкой, ни в коем случае, потому что это очень хорошая примета. Гера я не покупал с наклейкой, 2 гера. Так. И некромастер последний. Давай. Бро? Ну что, бро, мы готовы побеждать, давай. 3, 2, 1, поехали. Ну слушай, чувак, ну все равно египетская сила, неплохо. Не, чувак, неплохо. Плюс 320 мне давай, плюс. Так, братва, 320 голды. Теперь обратно экран Кента ПК. А знаете, в чем мой секрет? Почему я по-любому окуплюсь? Потому что я выбираю скины с наклейками. Так, смотри, 2 М-ки. С наклейками. 2 М-ки с наклейками. Это имба. Дальше 2 МП7 граффити. Дальше 2 АВМ Гера. Дальше 2 МП7 Лича. Опа-па. Ну что, ты готов? О, и даже выберу еще один МП7 аркады с наклеечкой. Ну что, ну не надо. Ой-ой-ой, ну это победа. Я тебе зуб даю, это победа. Я чувствую, это изи вин. Братва, как думаете, кто будет сильнейшим? Кто победит? Ну что, ты готов? Я не слышу. Давай, брат. Я не слышу. Готов, поехали. Громче, я не слышу. Вы готовы, дети? Я готов, братик. Давай, 5. Нет, давай по-английски. 1, 2, 3, 4. Дальше не умею считать. А, ладно, шучу. 4, 5, 6. Крафчик. Что? Так, чувак, что мне выпало? Чувак. АКР Трэшер Хантер. Ой, ну что, сколько он стоит? Дай, это самый приятный момент в моей жизни. Сколько стоит? Нет, я с тобой 975 голды. Не-не, сейчас будет самый дорогой крафт, это статрек. Вот на нем ты можешь реально отыграться. Да, плюс косарь. Блин, чувак, просто я обожаю сегодняшний день. Так, 2 некромансера выбирай. Давай. Один пока что выбрал. А, я знаю, что я сделал? А я возьму так, смотри, вот такой некромансер. Чё, эти... Опа! Не надо с наклейками выбирать, чувак, это моя тактика. Это моя тактика. Какую хитрость с наклейками выбирать, это тактика кента. Нехорошо. А лично у меня тоже есть наклейки. Йо, не надо, не надо, не брось с наклейками, плохая тактика, плохая. Нет, блин, чувак. Не, знаешь, какой я выберу? Не, лучше без наклейки веща, что еще налич, оно прохнет мне. Давай. Так, 2 граффити. Ё-моё, чувак.
дробовичка Некро. Просто, понимаете, крафт, вот сейчас крафт на 4к голды. Потому что только 2 м-ки стоят по косарю голды. Это крафт на 4к голды. Вот прям сейчас крафт на 4к голды. Я просто в шоке, чувак! И последний вот этот. Давай, давай. Ну, ой, блин, сколько наклеек повыбирал, чувак. Подожди! А чего у тебя так до хрена наклеек на М, как некромансер? Да чувак, ты еще будет разжигатор, ты еще меня поимеешь. Так, пацаны. Ты же готов, чувак? Подождите, сейчас я дам заклинание. Абракадабра, ерунда вы подабра. От меня ему скрафтаемус, крафтаемус, выпадаемус, трэжихантаемус. Ну что, давай. Ну что, чувак? Давай. Блин, чувак. Закрыл глаза. Сейчас, давай, закрыл. Сейчас тупо все решится. Крафт! Так. Ну, кстати. Так, что тебе выпало? Я слышу по твоей реакции, если ты решишь, ну, кстати, это М-ка Самурай Статрек. Чуйка. А ну-ка. А, UMP Статрек, слушай, так, а сколько он стоит, ну-ка? 1844. Ну, слушай, ну, у тебя реально есть шансы на победу. Давай прямо сейчас все посчитаем. Сколько стоят все твои скины? Прямо сейчас подсчитаем. У тебя уже 1320. У меня 1320, у Диктака 2400. Все, давай, поехали. А, кстати, у меня эмки некромансеры тоже с наклейками. Это очень хорошая примета. Блин. Это очень хорошая примета. У меня тоже на некромансерах наклеечки. Возможно, как раз и забустится. Если мне будет... Ах, это же кадр Сатрек, я не знаю, пацаны. Я просто буду радоваться, не знаю, как будто я купил 101 нож. Так, ну что же. Все, выбрал 10 скинов. Блин, ребята, крафт на 4к голды. Прямо сейчас я могу реально все потерять. Мне нужна ваша максимальная поддержка. Мы должны выиграть Тик-Така в битве крафтов. Прямо сейчас поставьте лайк и подпишитесь на канал Кента ПК. Ну что же, я считаю ровно до 10, и я делаю крафт. Офигеть. Один. Два. Три. Четыре. Руки дрожат, чувак. И закрой глаза. Давай, четыре. Что мне выпало? Скажи на хорошее. Чувак, я не ожидал такого. Ну что, ты ржешь, ты грибайдешь. Не открывай глаза. Что выпало? Скажи трэш-хантер Сатрек. Я тебя умоляю. Ты получил, так сказать, то, сколько ты набил лайков, то и получил, можно сказать. Офигеть. Да ёханый бабой, чувак. Сатрек поднялся за самурай, ты чего это? Да чего? Я тебе проиграл! Да что это за хрень? 675 голды, да несправедливо! Не, мягорит. Да что это? Да ёлки-палки-то! Да где мой трэш-хантер? Я потратил 4 голды! Давай так, смотри, ты отдаешь это не мне, а просто отдашь это подписчикам. Братва! Подожди. Можешь отдать. Можешь даже некрома, можешь предатора на эту цену. Ну, брат, как бы. Не. Просто отдай мою цену, отдай их и это все подписчикам. Блин. Пацаны, ссылка на мой телеграм-канал в описании. Прямо там! Разыграю! Скинул на 1500 голды. Переходи, ссылка в описании. И вступай в мой телеграм-канал. Я лично проконтролирую, чтобы ты все отдал. Не, так, чувак, я же пруфы выставляю. Посмотри мой телеграм-канал, я выставляю пруфы, как понятно, покупаю. Понятно. То есть все будет нормально. Братва, переходите в мой телеграм-канал, вступайте в него, и именно там я разыграю все эти скины под контроль Тик-Така, потому что все будет по-честному, без обмана у начальника Сулеймана. Блин, чувак, ну как это обидно.